Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна, і як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогодні будемо говорити на тему безоплатної правової допомоги, скасування відсотків та штрафних санкцій за користування кредитом для військовослужбовців. Також порушимо тему банківських вкладів, повернення депозитів для внутрішньо переміщених осіб. Я хочу представити гостя нашої студії. Сьогодні ми спілкуємося з Вікторією Пазурчик, заступником начальника відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Вікторія, в нашій студії. Шановні глядачі, ви можете приєднатися до нашого спілкування з цих актуальних тем. І телефон прямого ефіру 76-92-42, він буде з'являтися протягом нашого ефіру періодично, тож ставте свої запитання. Ну, а поки що наші глядачі розмірковують нас запитаннями, скажіть, ми говоримо зазвичай в наших ефірах про зміст безоплатної правової допомоги. Що ж собою передбачає безоплатна правова допомога? Безоплатна правова допомога предусматрує собою первична правова допомога і вторична правова допомога. Первична правова допомога, вона включає в себе правові консультації, юридичні роз'яснення, також составлення заявлень різного роду, також обезпечує доступ до вторичної правової допомоги. Вторична правова допомога, вона предусматрює собою, це у нас від несправедливих обвинень защита в суді, да, також составлення документів процесуального характеру, вот. И представительство интересов в судах, органах местного самоуправления, государственной власти, а также перед другими лицами. І хто має право на представництво інтересів судді перед іншими, власне, про що ви говорили, перед іншими особами, органами місцевого самоврядування і складання документів процесуального характеру? Да, собственно, на вторичну правову допомогу у нас предусмотрено в законі о безплатній правовій допомозі стаття 14, да, перечень категорій лиць, которым имеют право на безплатную вторичную правовую помощь. Вот, это малообеспеченные лица, совокупный доход семьи которых ниже или граничит с уровнем прожиточного минимума для трудоспособных лиц – это 1450 гривен, для лиц, утративших трудоспособность – это 1130 гривен. Также это инвалиды, которые получают пенсию или доход, который их составляет менее двух прожиточных минимумов, но для нетрудоспособных лиц – это у нас 2260 гривен. Также это дети-сироты, дети, лишенные родительского попечительства, бездомные дети, дети, которые пребывают в сложных жизненных ситуациях. Вот. Также это лица, задержанные за административное правонарушение или которым применяют административный арест. Также это ветераны войны, на которых распространяется действие закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. То есть сюда также у нас участники боевых действий, участники антитеррористических операций также подходят под эту категорию. Также лица, на которых распространяется действие закона Украины про беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной и временной защите. К сожалению, сюда не относятся внутренне переселенные лица, да, переселенцы сюда не относятся. Мы можем под другую какую-то либо из категории их принять на основании другой категории. Также законом Украины о пенсиях и особых заслугах перед Украиной. Это лица, которые такие, как вот мать-героиня, которые имеют определенные заслуги перед Украиной. Лица, в отношении которых суд рассматривает дела об ограничении гражданской дееспособности или о признании физического лица недееспособным. Также лица, которые согласно уголовно-процессуального законодательства являются задержанными, лица реабилитированы в соответствии с законодательством Украины, а также лица, в отношении которых суд рассматривает дела о предоставлении психиатрической помощи в принудительном порядке. Достаточно такий широкий спектр, прописано законом, і, власне, з вашого практичного досвіду, всі ці категорії звертаються людей? Обращаються, як найбільше часто розповсюджується, це малообеспечені лица, вот. Інваліди, також учасники бойових дій, також у нас кілька разів обращались матері-героїні, вот. Ну, лица, которые задержаны за административное правонарушение также. Ну и в региональный центр, если брать по уголовным делам, конечно, те, кто подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, туда тоже направляют, то есть занимаются такими делами. И, власне, куди конкретно эти категории людей могут звертатися? Да, за адресами, за якими? Касается, все, что касается гражданских дел, да, необходимо обращаться к нам в центр. Первый Николаевский местный центр находится по адресу город Николаев, улица Образцова, 4А/2, контактный телефон
телефоны 47-20-90, 47-20-91. Вот. По уголовным делам необходимо обращаться в региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Николаевской области, Никольская, 52. Туда можно обращаться. И также обособленное подразделение местного нашего центра, первого, в Николаевских районах области. Да, у нас есть 4 бюро открытые, работают. Новоодесское бюро в городе Новая Одесса, по улице расположена Ленина, 179. Также Ольшанское бюро правовой помощи в городе Николаеве, по улице Очаковская, 142. В городе Очакове по улице Торговой, 44, вы можете обратиться. И также Березанское бюро правовой помощи находится в Березанке по адресу улица Ленина, 41. В районах области 4 бюро, да? Да, расположено 4 бюро. В Николаеве и да, то есть если нет возможности прийти в центр, да, приехать, так как сейчас и погодные условия, и вообще, то есть если далеко расположено, то необходимо обратиться в бюро, вот, или хотя бы позвонить. То есть либо в центр, либо в бюро, и таким образом либо будет осуществлен выездной прием, да, если человек подпадает под вторичную правовую помощь, под категорию, или если за первичную правовую консультацию, иногда мы даже в телефонном режиме консультируем. Угу. То есть если вопрос достаточно понятен, без документов. Если у нас залишиться час в конце программы, мы еще повторим, шановні глядачі, ці телефони і ці адреси, буде доцільно звернути на них ще раз увагу. Отже, безоплатна правова допомога. Давайте зараз розглянемо конкретну ситуацію. Вона стосується людей, які зараз перебувають на військовій службі, але взяли кредит. Так? І скасування, така тема, і люди звертаються з цією темою, з цим питанням, скасування відсотків та штрафних санкцій по кредитах для військовослужбовців. Які особливості, власне, цього процесу? Да, и если по кредитным обязательствам, то есть мы должны понимать, что этот кредит должен был быть взят либо до наступления особенного периода, либо во время, да, он был взят и нет возможности его платить. По особливого периода, якого да, вот сейчас особенный период, я хочу немножко уточнить, то есть у нас согласно указу президента Украины о частичной мобилизации от 17 марта 2014 года, вот, который набрал законы силы от 18 марта 2014 года, что в свою очередь обусловило наступление особенного периода на территории Украины. И согласно закону о мобилизационной подготовке и мобилизации, непосредственно, что такое особенный период? На украинском языке это звучит как особливый период. Период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других военных формирований, это независимость и территориальная целостность Украины, которые наступают с момента провозглашения решения о мобилизации или с момента введения военного положения в Украине, или в ее отдельных местностях, и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий. То есть мы должны понимать, что такое особенный период в Украине, да, то есть у нас он с 2014 года начался, да, указом президента Украины введен в положение. Также в связи с этим, согласно закону Украины о социальной правовой защите военнослужащих и членов их семей, в статью 14 были внесены поправки, а именно, которые улучшали положение непосредственно вот по кредитным правоотношениям. То есть военнослужащие, я хочу зачитать, потому что так, это важно. Да. Смотрите, получается, военнослужащим от начала и до окончания особенного периода, а также резервистам, военнообязанным с момента призыва во время мобилизации и до окончания особенного периода штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, в том числе банкам и физическим лицам, а также проценты за пользование кредитом не начисляются. То есть вот эта формулировка, то есть эта статья 14 закона Украины была дополнена этой формулировкой. Закона Украины, еще раз повторить, про социальную защиту военнослужащих и членов их семей, военнообязанных и членов их семей. То есть этой поправкой вот, государство охраняет непосредственно, и тем самым это, то есть, как бы, те лица, которые военнообязаны, вот, которые находятся, либо находились, то есть в АТО участвовали, но также все военные, то есть здесь не касается, если у тебя есть статус участника АТО, да, то есть раньше, вот, когда в банк приходили, немножко позже это расскажу. То есть считалось только участник АТО может освободиться. Нет, все военнослужащие, все военнообязанные, которые вот, они имеют право. Вот. Мобилизованные, так? Да. А за контрактную службу так Да, мобилизированные, те, кто в резерве находится. Вот, то есть полностью все, да, кто на контракте, то есть все, они имеют право. Что для, то есть как бы они имеют право на, чтобы им банки не начисляли проценты, штрафные санкции за пользование кредитом
За то, что они не погашают, если у них нет возможности оплачивать ежемесячно, потому что, ну, как бы сами понимаете, они могут находиться там в АТО и так далее при исполнении своих обязанностей. Вот. Также на основании этого закона Национальный банк, он разъяснение направил всем банкам, то есть спустил свыше для банков, чтобы они всячески способствовали как бы осуществлению этого непосредственно этого положения, да, этой статьи закона, и всячески помогали непосредственно. Это разъяснение також было в 2014 році? Да, это разъяснение было в 2014 году от 2 сентября 2014 года, информационное письмо вот банков, то есть как они должны способствовать всячески. Вот. Но опять же, как банк узнает, что вы военно обязаны, да, если, то есть, как бы, если такая информация была она предоставлена, если вы работали, да, то есть на контракте вы были, это да. А если нет, то вам в любом случае что необходимо сделать? То есть для того, чтобы банки вам отменили эти проценты, не начисляли на протяжении этого периода. То есть необходимо обратиться в банк, предоставить информацию. Также в этом информационном листе там предусматривался, и была ссылка на закон, какие документы подтверждают непосредственно статус. То есть там и участник боевых действий, то есть документ, подтверждающий этот факт. Также может быть военный билет, да, также справка о том, что в какой военной части, да, то есть находится, прибывает. Вот. Можно уточнение? Це має зробити особисто військовий службовець, або можна, можливо, родичі, або довірені особи? Ну, желательно, чтобы это сделал сам военнослужащий. Если нет такой возможности, можно отправить по почте просто. Это будет вернее, потому что, и, так как человек заключал, то есть брал кредит, соответственно, либо лицо по доверенности может, но желательнее, конечно, самолично. Вот. Но в таком случае можно просто прозвонить в банк, договориться и отправить им письменно копии документов. Это письмо, в котором, то есть, мы просим банк, согласно того, что я военнослужащий, подтверждающий документы прикладываем, просим банк не начислять проценты, штрафные санкции за невыполнение мной обязательств. Вот и отправляем. Банк обязан, согласно закону о обращении граждан, ответить либо он действительно приостанавливать, либо он не приостанавливает на свое усмотрение, как бы он имеет на это право, но в большей части, и опять же, объясните, то есть на каких основаниях, да-да, и так далее. Телефон нашого прямого ефіру 76-92-42. Ми ще будемо працювати в прямому ефірі, тож можете ставити свої запитання. Є законодавча база, яка передбачає ну, скасування, так, призупинення санкційних таких заходів. Чому все ж таки, як ви вже сказали, звертаються люди до вас з цим, постає це питання, чому? Вопрос такой поднимается, почему? Потому что не все обращались в банк и просили непосредственно приостановить. Тобто самі військовослужбовці не звертаються? Да, они не обращались, либо это было в устной форме, не предоставлены были документы, и, соответственно, банк, не имея доказательств, да, он имеет право не отменять эти проценты. Вот. Либо отправляли письма, письма не дошли, ответ, ну, тоже, то есть разные бывают нюансы. Но в любом случае отправлять письмо надо и получить ответ надо. На основании этого ответа банка. В таком случае потом можно оспорить это в судебном порядке. И непосредственно подается в местный суд заявление исковое и уже просит, мы просим суд обязать, чтобы банк отменил непосредственно начисление. Вот. Если на протяжении этого периода какие-то проплаты военнослужащим все-таки были, да, или члены семьи погашали, то есть хоть какими-то да, небольшими суммами. Вот, в таком случае в этом исковом заявлении стоит заявлять также про пересчет непосредственно денежных средств и засчитать в тело кредита, потому что на протяжении этого периода, да, согласно законодательству, не учитываются штрафные санкции пеня, и, соответственно, сразу, если мы погашаем наш кредит, то сразу засчитывается в тело кредита, то есть таким образом быстрее осуществляется погашение кредита, долговых обязательств. То есть мы можем указывать также, то есть если банк не приостанавливал, а проплаты были, то, соответственно, просто тело кредита уменьшится таким образом, что они пересчитают эту сумму в сумму тела кредита. Если банк не приостанавливал, да, то, соответственно, он продолжает требовать, он не знает, что по каким-то причинам, да, у нас нет. Це можна говорити, що він чинить перешкоди банк таким в такому випадку щодо виконання зобов'язань своїх? Да, да, можна говорити об этом. І здесь вот, если продолжает продолжает банк, да, взыскивать, то есть он звонит, продолжает как бы требовать свой, да, свои кредитные деньги, вот, то в таком случае также можно указывать, то есть привлекает либо сам банк звонит, да, либо коллекторским организациям передает то, что не исполняет
отступку права требования кредита, то в таком случае можно также в исковом заявлении ставить вопрос о непосредственно моральные об возмещении убытков в связи с тем, что ну, по такому, то есть нарушено непосредственно право. Ну, це має бути також засвідчено, конечно, доказово. Конечно, має бути безусловно, база. Да. То есть, если вам звонят коллекторы, вы сохраняете номера телефонов, записываете, кто это вам звонил, общаетесь с этими людьми, да, спрашиваете должность и так далее. Если это сообщение присланное на ваш телефон, то возможно сделать распечатки смс-сообщений, возможно также, если вам приходили письма от коллекторов, сохраняем эти все письма, то есть это подтверждение непосредственно для суда, это будет важным доказательством. Угу. Вот. А чи правочинно звертатися банку до колекторських фірм в цьому питанні? Ну, они имеют право заключать договора, да, и передавать непосредственно право требования долга. Вот, непосредственно коллекторские сами организации у нас на законодательном уровне очень бегло так прописаны. То есть, если доказывать в судебном порядке, то в большей части неправомерно, да, то есть, это возможно, то есть, более вероятно доказать, что неправомерно, так скажем, вот. Ну, давайте зараз ви говорили звернутися до суду, розглянемо особливості звернення до суду. Ну, особенности, какие здесь могут быть, это, ну, во-первых, мы подаем в местный суд по месту нахождения ответчика, то есть по месту нахождения банка. Если у нас, как правило, банки находятся в больших городах, да, там Киев, Днепропетровск, вот, и у нас нет возможности подавать непосредственно в Киеве, да, это очень затратно, вот, ездить каждый раз, эти заседания судебные. Поэтому, исходя из этого, можно общаться через филиал банка в вашем городе. То есть в этом случае мы приходим в филиал, и в исковом заявлении мы указываем главный банк, ну а также адрес для писем, для корреспонденции, мы указываем филиал. И, соответственно, тогда таким образом мы можем подавать в том городе, где проживает человек. То есть это тоже важно. Вот. Касательно по такой категории дел, согласно гражданского процессуального законодательства, здесь идет оплата судебного сбора. Вот, то есть... Давайте перед тем, как зупинимся на оплате судового сбора, конкретные приклады. Я знаю, что у вас есть такая база, да, данных конкретных прикладов. Да, к нам действительно обращался военнослужащий, который брал кредит в банке, вот, и ему несколько раз, неоднократно отправлял письма и на главное, ну, на главный офис банка, да, на главный отдел, и также на местном, приходил, общался с ними, 3 или 4 письма отправлял, вот, на одно ему ответили, то есть отправлял, как и отдавал в руки, они регистрировали, также отправил по почте. Вот, ответили они на 2 письма, ответили, что в связи с тем, что, ну, они не могут ему отменить проценты, вот, там, в принципе, не очень большая сумма, да, задолженности, но они отказались, вот, на тот момент он не был участником, у него не было участника боевых действий, он военнослужащий, вот, и они ссылались на то, что нет удостоверения, вот, но это неправильно, понятно, что банки хотят сохранить свою прибыль, да, но есть четкие предписания законодательства, какие документы являются подтверждением того, что уже можно отменить штрафные санкции. Вот. И также он проплачивал не каждый месяц, вот, на протяжении этого особенного периода. И сейчас вот, но мы обратились в суд обязать банк, то есть отменить штрафные санкции. И, соответственно, то есть пересчитать штрафные санкции и пеню по кредиту и пересчитать в тело кредита. Вот на данный момент у нас еще длится судебное заседание. Очень надеюсь, что все-таки суд будет на нашей стороне, да, и непосредственно. Вот. И банк, хоть и главный офис у нас в Киеве, да, то есть мы обращались по месту нахождения филиала, вот, и у нас рассматривается в городе Николаеве данные. Угу. Ну и зараз, власне, про судовый збір, как в будь-якому виде правовідносин, тут тоже так. Да. Здесь порядок, який у вас. Да, не? Здесь получается у нас это имущественный спор, потому что деньги, вот, и от цены иска зависит, то есть если это будет у нас кредит, сумма кредита, вот, у нас оплачивается судебный сбор процент от суммы иска, но не менее, там, на данный момент это не менее 4, там получается 550 гривен, mm-hmm, около этого, то есть не менее этой суммы, но не более 4 минимальных заработных плат. То есть по этой категории дел, но по участникам боевых действий, да, вот участники АТО, у нас есть статья в законе о судебном сборе, в которых они освобождаются, то есть участники боевых действий освобождаются от уплаты судебного сбора по категориям дел, которые касаются нарушения их прав. Ну, здесь как бы понятно, да, что нарушается их права, вот, и, соответственно, они могут быть
освобождены. Но те лица, у которых все-таки нет удостоверения участника боевых действий, да, обычные военнослужащие, в таком случае они обязаны будут, к сожалению, заплатить судебный сбор по вот такой категории дел. Но еще есть одна тема, как депозитные вклады. Что это такое, взагалі? По депозитным вкладам, то есть что здесь понимать? Депозитный вклад – это у нас, в первую очередь, вклад, да, денежные средства, которые мы предоставляем или, по договору в банк, финансовое учреждение, которое из-за того, что банк содержит, пользуется нашими деньгами, да, мы получаем, соответственно, за это проценты. Что здесь важно понимать, да, что у нас договора вкладов, депозитов, они заключаются у нас с банками или финансовыми учреждениями, которые имеют лицензию вот, на непосредственное осуществление такой деятельности. Вот. И также, что еще то есть, важно знать, что проценты по банковским, по такой, то есть по таким договорным обязательствам, там начисляются на эту сумму, которую мы положили, там есть три момента, три различия. Вот, либо процент начисляется по окончанию каждого месяца, либо по окончанию срока всего, то есть, либо по окончанию, там, по-моему, недели, то есть по определенному периоду, вот, по депозитам. Ну, давайте смоделюємо таку ситуацію, актуальну наразі. Депозит, укладений з банком на території, яка зараз, ви вже говорили, має статус особливої, окупованої території. Давайте поговоримо про детальніше про статус та правовий режим цих територій і як же все ж таки у правовому полі повернути ці кошти. Здесь стоит отметить, что такое оккупированная территория, да, то есть и какой правовой режим на этих территориях. Непосредственно вот наши оккупированные территории, которые Донбасс, да, Луганск и Крым тоже туда входят. То есть правовой режим, согласно законодательству Украины, это согласно Конституции, то есть туда распространяются все-таки законы Украины. Но если говорить про депозиты и про банки, то в таком случае, то есть на тех, как правило, на тех, в тех областях, в тех в городах у нас находились филиалы этих банков. И если мы требуем депозит, то мы требуем, мы заключали непосредственно с банком. Полномочия филиалов, они на основании доверенности, положения, устава работают. Да, ну то есть если мы даже заключали у филиала, ну то есть заключался договор в филиале, непосредственно по договору лицом, заключителем будет банк, то есть главное там в Киеве или в Днепропетровске, или еще где-то, то есть главный офис находится там. И, соответственно, требовать мы будем не у того банка филиала, а у банка, у главного. То есть вот даже приведу пример, в Днепропетровске у нас главный офис Приватбанка, в Крыму очень много было филиалов банка, также вот есть ОТП, Укрсоц, они все находятся, то есть в Киеве, филиалы находятся по всей Украине. И что здесь интересно, то есть, как бы, во-первых, самое главное, чтобы было действительно на тот момент, когда заключали, была лицензия, то есть все было официально. Как мы с депозитом поступать? То есть вы, если это переселенец, да? И сейчас он проживает на территории Украины, не находится в Луганске, в Крыму. Официально имеет статус. Да, да, официально имеет статус. Вот, то есть он может обращаться, опять же, нужно общаться только в письменном виде с банком. То есть у вас есть какие-то заявления, возражения, вы имеете право написать заявление, они его примут к сведению, они должны ответить на него. С банком, головным офисом? Можно с главным офисом, можно с филиалом, который находится в вашем городе, как-то как вы переселенец и где вы зарегистрированы на данный момент. То есть мы обращаемся. Же немає сенсу звертатися до окупованих територій, да, там, да, зрозуміло, ну, да, ніхто не відповість. Да, там уже они уже не, да, не имеют той силы, которая была раньше. То есть мы обращаемся в филиал, можем, то есть можно даже два письма подготовить. Обращаемся в филиал с просьбой вернуть. Ну вообще это не просьба, это требование, потому что депозиты это вклады по требованию, да, возмещения. И, соответственно, мы подаем заявление о том, что мы хотим, у нас требование вернуть нам наши депозитные деньги. Денежные средства можно отправить как в филиал, так же самое в главный офис. И, соответственно, мы ждем ответа. Либо они обязаны ответить в любом случае, либо они говорят, что вот, ну, вот если по Приватбанку и по Крыму говорить, в частности, у меня был такой случай, что они отвечают? Они отвечают, что на данный момент у нас нет возможности возмещать вам деньги, потому что выдвинуто иск к Российской Федерации, и как только они покроют нам эти все наши денежные то, что деньги, вот в таком случае мы вам выплатим. Но это не, то есть неправильно. В любом случае мы, наша защита конвенция о правах человека, да, защищает
Собственность человека, деньги, это также собственность является, в которую непосредственно человек может ей пользоваться, ему нужно для каких-то нужд. А так как банк пользовался, он обязан выплатить и проценты, и сам депозит. И в таком случае, то есть, если у нас есть такой ответ на это требование, которое было выдвинуто по отношению к банку, мы имеем право обращаться в суд и уже взыскивать. 30 секунд особливости звернення до суду. Особенности обращения в суд здесь очень, чтобы не ехать в города непосредственно, где расположены, то есть, большие города. Вот, законом о защите прав потребителей возможно обращаться на местах, то есть не по месту нахождения ответчика, потому что к филиалу мы не можем выдвинуть, так как мы не с этим филиалом непосредственно заключали, то есть не тут, вот, то мы можем закон о защите прав потребителей обращаться и взыскивать на местах в том городе, где находится переселенец, да, в городе Украины. Вот, к сожалению, закон о защите прав потребителей не освобождает от судебного сбора, то есть в любом случае минимальный судебный сбор придется оплатить для рассмотрения этого дела в суде. Ну и по большей части хочу сказать, что суды идут навстречу, и они защищают граждан, защищают своих вкладчиков, они возмещают то есть судебным решением присуждаются возмещение депозитных вкладов лицам, которые обращаются за... Пані Вікторіє, ну і ми вже маємо завершувати, як я говорила, обіцяла, ще раз телефон в Миколаєві центру. Первый Миколаївський місцевий центр знаходиться в городі Миколаєві по вулиці Образцова 4А/2 і контактні телефони 47 20 90 47 20 91. Ну, власне, якщо ви мешкаєте, шановні глядачі, в районах, вам там підкажуть, як звернутися до районних бюро. Я вам дякую за участь у нашій програмі. Сьогодні говорили про безоплатну вторинну правову допомогу. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.